внутри погоды, соблюдаем правила дорожного движения, такие как скорость, дистанцию. Сокращается световой день. Осадки и туман снижают видимость на дорогах. Осторожность необходимо проявлять как водителям, так и пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует из-за ухудшения погодных условий приготовиться к зимнему периоду заранее и не дожидаться наступления календарной зимы. И учитывая, что Волгоградская область достаточно протяженная и погодные условия могут отличаться в разных районах, то необходимо позаботиться о смене летней резины на зимнюю.